день и такая ситуация. Маршрут интересный, проходят через живописные места. Вперед, неразумные барашки. Я его люблю. Обрати внимание на сверстников. Ты что творишь? Совсем оборзел? Заколебал, блин. Надо валить. Сейчас пойду и расскажу про ваш план Ленчику. Ну что, Рада? Ничего не слышу! Я не знаю, что мне делать. Свобода! Заблудились молодые люди. Ну прям вовремя. У нас тут форс-мажорчик. Прием, прием. Ни одна частота не ловит. Это все из-за тебя! Я знаю, ты бы хотел, чтобы я там лежал, да? Тогда бы уже перестал мне завидовать. Святому. Зато хоть раз в своей жизни сделаю глупость не ради себя. Боже, пару метров осталось. Хоть бы все получилось, хоть бы все получилось.